скрином 45 до 60, то есть 70 до 121. И, соответственно, вольный доступ. Мечта детства. Дать летчик. А потом увидела, как летают. Как стрижи летают, как витязи вообще на аэрошоу. И у меня сердце замирало, когда они летали. И моя мечта, конечно, летать на Су-27. Я не думаю о смерти вообще. Никогда совсем нет. Нет, ну как я верю в Бога. А кто верит в Бога, тот верит, что жизнь же вечна. Если ее заслужить на земле своей, так сказать, праведной жизни, то она не кончится. Сколько наш человек? Да нас четверо есть, а ей пять, наверное, бабушки. Она вот ее в поликлинику отвезла. Она осталась, да? Капельницу принимает там она. На днём в стационаре. А это из-за чего? Из-за погоды? Так, что-то всё. Так, кстати говоря, один летчик рассказывал, что... Ой, Ксюш, ты как криво сидишь, ты прям лево кривишься. Что... Он до 33 лет был видеооператором, ГИК закончил. А потом он снимал фильм про летчиков, захотел стать летчиком и стал. Летал с Францаэра на Боинге. Потому что и вы можете стать летчиком. Они... Надо этим снять. Бумажку? Может, не надо бумажку? Ты сейчас... Ну, а как мы вас вижу? А ты сейчас все... В 10 классе написала во все летные училища, ответили, что принимаются только лица мужского пола. Советский Союз когда был. Вот. Поэтому пошла в аэроклуб. В аэроклуб не берут близорукость. -3. Сделала 3 операции на глаза у Федорова. Стало зрение 1. Обманула медкомиссию. Сначала мои закончила, потом стали брать девчонку в училище ДСА в Запорожье. Закончила училище летное в Запорожье. А в летном училище я была одна в эскадрилье.
они считали, что это ихнюю эскадрилью как бы портит. Они ставили меня в наряд таскать тяжелые аккумуляторы самолета. Их надо было поднять на высоту вытянутой руки, поставить в нос самолета. Вот там 30 килограмм, допустим. Вот. И говорили, не будешь, значит, таскать, не будешь в наряд такой ставить, будем бить морду. Вот, началось училище. Потом в столовой, там эскадрилья же одна сидит, там девчонок в нашей эскадрилье не было в реактивной. Я сижу одна за столом, как прокаженная. Я, вот, у меня, значит, всегда прихожу, одна лапша. Забирали там котлеты, шоколадка по реактивной норме, курсанты, мужики. Вот, потому что хотели, то есть я не должна быть у них. Я как прикажённая. Алло, ну ты скоро там? Да, скоро? Приехали, да? Да, а ты скоро? Я пыталась там последние годы, 2-3 года, когда мне не давали летать, пыталась, думала, мне не дают здесь летать, перевестись в другой полк, в любую точку России. Обращалась к главкому ВВС, там, к Михайлову. Он меня обманул. Он мне сказал, что езжай там за отношением в Ростов. Мне там дали отношения. Оказалось, что потом этому генералу объявили выговор, что он мне дал отношения. Хотя при мне же звонила ему, чтобы меня туда перевели. Я на него жалобу написала. Да. Вот это из армии все идет. Вот это вот. Вот ему выговор объявили, насколько я знаю. Потом приехал его зам к нам в полк и кричал на меня матом. То есть, что мне надо, что он меня сейчас на наземную должность или вообще выкинет из армии. И я его спросила, почему не могу просто спокойно, тихо на своей должности выполнять свою работу. Он говорит, а зачем? Мужиков полками сокращают. Вот. В 90-е. Нет, это уже были 2000-е. Но все равно, говорит, а вы зачем нужны? Вот будет война, тогда все пойдете. А сейчас зачем? Если у меня женщина выиграет воздушный бой, я застрелюсь. Вот такое отношение. Поэтому не должна быть женщина на равных. Женщина всегда надо. Ешь еще поешь. Вот так, поехал.
Ну что, где его зуб-то? Зуба нет. Там в интернете рассказывали, пока зуб не появится. Это на какой птице-то? А на любой. Чего они сами не едят? Он же жить-то хочет, а почему не ест? Так. Съел. Все, весь фильм про птицы. Или он все выплевывает? Он ест? Не знаю. Ест? Ну ты смотришь? Я смотрю, и что-то падает. О, воды. Синиху себе смыла. Давай водички еще попьем. Вот он так и кричал, когда его нашла. Прямо как будто помощи просила. От кошки. Ой. Теперь отойдите, пусть он попробует полететь. Да зачем? Он здесь начнет напориться. Здесь много углов. Он клюет мою руку. Ты его посади. А, мой палец грызет. Думает, что это червяк, на. Что ли? Вот тебе. Он, наверное, пусть... хочет червяка. Покушай. Пусть сидит здесь. Сначала, так как в летное училище ни в какие не взяли, я занималась парашютным спортом. Пошла прыгать с парашютом, что самое приближенное. Московский авиационный институт и прыгать с парашютом. Чувство полета. Вот там чувство полета. Здесь в Егоровске прыгала тоже в том числе. Ну, немного, 105 прыжков. У Гагарина 800 было. Я бы мечтал всего лишь один раз спрыгнуть с парашютом. А можно потом уже не остановиться. Так затянет, так же, как самолетом поуправлять и все. А это не страшно? Нет, ну в жизни все время преодолевать приходится. И страшно, и ничего-то делать не хочется. А потом преодолеешь, а потом уже остановиться невозможно. И страшно, и хочется, как говорится, да, но больше хочется. Б. А если я долго буду тянуть? Что, будет эхо, когда я ударяю? Нет, не будет. Почему? Пытались? То есть уволить из армии за год до пенсии. Соответственно, до квартиры год остался, уже там год за два живет, когда летаешь. Вот. И пришлось выйти замуж, один уговаривал, там 2 года летчик. Вот, чтобы отправили на медкомиссию. Медкомиссию ждут месяцами, потому что один госпиталь тогда остался. Не знаю, как сейчас. Вот. И за несколько месяцев заказывают эту медкомиссию, кому надо в госпиталь, да. В Москву. Несколько месяцев ждала, успела выйти замуж и перенести справку, что мне нельзя медкомиссию проходить, что я в положении. Там же всякие нагрузки, перегрузки, центрифуги. Вот. Ну и все. И потом ушла вот в декретный отпуск на 3 года. Поэтому дослужилась до пенсии и до квартиры, так сказать, до сертификата на квартиру. Вот. Пришлось из армии уволиться, потому что все понятно, что дальше уже летать не давали. И дальше только еще придумать причину, почему выгнать. По здоровью или почему-то. Ну вот, а потом в гражданскую авиацию опять никто не брал, потому что нету знакомых, соответственно, ходила по всем авиакомпаниям. Потом пошла в управление гражданской авиации. Там нашелся, так сказать, добрый, смелый человек, который помог, что взяли меня в авиакомпанию. Вот. Сибирь, в которой я отлетала, взяли меня на срочный договор. Отлетала полгода. Говорят, срочный договор на полгода. Вот он кончился. Мы тебя уволили. А почему? Я ничего не совершила за полгода. С тобой никто летать не хочет. Командир тогда были же. Экипаж закрепленный. Мол, экипаж это бортинженер, штурман, командир, второй пилот. Вот. И я иду, плачу, идет командир, который со мной летал. Вот, и говорит, ну, спросил, что я почему плачу. Пошел, сказал, что он хочет со мной летать. Вот мы с ним еще
пролетали 2,5 года до сокращения, пока Ту-154 вывели из эксплуатации. В Аэрофлоте до 15 года летала тоже, ничего не натворила. Вот, ничего не натворила. А просто последнее время загрузка была по 30-40 пассажиров вместо 200-220. И, соответственно, был массовый такой процесс, предлагали уволиться по собственному желанию. Кто с улицы пришел, вот, кто свои, они того берут. Там. У всех же кредиты, с других авиакомпаний. Трансаэр развалилась. Вот. Ну вот, а я пыталась бороться, у меня тоже кредит, ребенок, пыталась ходить в этот... Три месяца не могли меня уволить потом. Я же актриса. Сейчас другой сценарий, а не день. Я сидела, тебя ждала с Елизаветой. Где? В кустах. Зачем? Затем, потому что я ела сухарики. И я тебе сказала, я жду тебя в кустах. А ты гуляла, ты очень рассеянная. Как сегодня. И... Сегодня же рассказывали, Ксюш, по каналу Спас. О, Калин, что жизнь это не радость, это сплошная борьба. И то, там, что тошнит, я не... Тошнит, всю жизнь что-нибудь болит, все приходится преодолевать. Есть жизнь. Приятная боль, а есть плохая. Мне нравится, я хочу работать с приятной болью, это растяжение мышц, а не просто тупо ехать в самолете. А для меня не нравится растяжение мышц. Что хорошо, я вон, смотри, парашютным спортом занималась, лестница. Каждый день растягивался. Вон корабль. Вон корабль. Вот она.